Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим и попытаемся представить внешность обновленного S-класса 2026 модельного года. Но перед этим стоит отметить, что немецкий производитель обычно обновляет свою флагманскую модель каждые 4 года. Но в этом поколении все немного по-другому. Жизненный цикл 223-го кузова будет длиннее, чем обычно. Это, скорее всего, связано с тем, что Mercedes отказался от своего плана полностью перейти на электромобили к 2030 году. Таким образом, нынешние бензиновые модели будут жить дольше, чем предполагалось ранее. Примером являются GLE и GLS, которые скоро получат по второму обновлению. Ходят слухи, что это поколение S-класса также когда-то получит второе обновление. Правда это или нет, мы узнаем позже. А пока мы можем сказать точно, что производитель уже вывел на дорожное испытание рестайлинговый S-класс, который получит некоторые элементы от последнего E-класса. Спереди мы увидим увеличенную решетку радиатора, новый бампер и головную оптику с трехлучевыми звездами. В профиле изменятся только диски, а на корме обновят фонари и немного освежат бампер. По салону и технической части официальной информации пока нет, но мы не ожидаем там каких-то кардинальных перемен. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!